президент. Вы уже президент. Вы уже президент. Так я говорю, и как организатор, и как пресс-атташе. Он такой мне помощник в организации этого мероприятия, вам не передать. Ну, конечно же, тебе слово. Наш президент. Ну, немножко погорячилась, Раечка. Я не то чтобы президент, а просто главный редактор еврейской газеты, представитель еврейской общины, но пресс-атташе Раечки. Категорически всех поздравляю с наступающим старым Новым годом, нашим СССРовским хорошим праздником. Да, и вот как раз подошли в лестницу дурачков, стали наши еврейские друзья. Володя Гудович, передаю тебе трубку, так сказать, поздравь людей, скажи людям теплое слово. Всем с Новым годом! Здоровья! Я вас поздравляю с Новым годом! Здоровья самое главное, счастья, успеха во всем! И будьте все здоровы и счастливы в Новом году!